Спасибо за бой. Спасибо за бой. Поехали. Опа. Ракетный. Шеридан ракетный. Давай, на Шеридане ракетным. Че, запрещаешь, что ли? Давай на... Блин, у меня оборудки тут нет. Я сейчас, чтобы боевой пропуск ему не отдать, я раскошелюсь, да. Я все раскошелюсь, чтобы ничего не отдать вам. Все. Никогда не хотел тратить на этого. Все, теперь пиздец. Он меня вынудил. Жук. Блин, сидят, что-то прячутся. Ну тут на шерике первая тычка и все, как бы. Бой закончен, считай. Че, на ничью поиграть, да, тогда? Ладно. Даже если я буду там на твоей стороне или на другой. Все в равных условиях пойду. Я только что разве не баню, когда там что-то, ну, на разработчиков гонят. Ну, когда реально по делу там, за... нифига. Так же, как за эти ранги, допустим. Ну, я типа согласен с этим. Типа, да. Тут такой конкретный человек не оскорбляется, вот. Учится за компанию говорит. Меня хочет забайтить на ракете. Капец, он в открытую гоняет, на самом деле. Блин, ну мне надо пока в крысу играть какую-то. Я на одну тычку сливаю. Не круто. У меня такое ощущение, что он ничего не предпринимает, пока не увидит по стриму, где я нахожусь. Ну реально, сейчас проверим эту тему. Я рискну, конечно. Да. Такое ощущение, как будто осмотрел в ту сторону. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, хорош ракетчик, хорош ты. Хорош, выигрываешь боевой пропуск с лицензией. Ну, тут, я не знаю, тут скилл типа особо не проверяется, честно сказать. Тут больше как-то фан-хрень. Наверное, все-таки решили, да, надо исключить. Вы не сказал бы, что он меня как-то, ну, переиграл особо. Вот. Ракеты где-то позакидывал, да, хз. Спасибо большое за бой.